Сейчас мы находимся на Лагерном острове в здании конюшенного корпуса в выставочном зале, где проходит юбилейная выставка Александра Яковлевича Гордина. И вот автор любезно согласился немножко рассказать о своих работах, ну и, наверное, чуть-чуть, может быть, о своем творческом пути. Да? И вот сейчас, может быть, какие-то работы мы посмотрим и несколько слов услышим. Вот если можно, ну, чуть-чуть мы пройдемся по выставке, конечно, зрителя лучше увидеть все своими глазами, выставка... Ну, давайте я вкратце еще... так просто да. буду рассказывать. Вот давайте с этой работы начнем уже. Это вот работа как бы открывает выставку. Это «Бегущие» называется. А вообще это 010. Это посвящение выставке, последней футуристической выставке 010. Вот фигуры 0 и 10 бегущие. Это где вот Малевич повесил свой черный квадрат. И впереди их вот еще окрыленный квадрат такой бежит. Они его догоняют как бы. А основной материал, который представлен на этой выставке, металл. Это стекло? Металл и стекло, да. А почему вообще вот так сложилась история вашего творческого пути, что вот эти два материала вот как-то к вам пришли, или вы к ним пришли? Нет, ну, вероятно, я к ним пришел. Начинал-то я с металла, а стекло уже потом появилось. Это уже была вторая любовь. Ну и вот, а потом они как-то стали равнозначны. А первые работы, вот вы говорите, с металла начинали, это что было? Это вот... Это был ювелирный металл. Вот так, да? Да. То есть какая-то мелкая пластика. Так вот ювелирный. Даже, да. Можно сказать, даже полудрагоценный какой-то там был такой. Ну и серебро было. Вот. А потом перешел к ржавому железу, и с этим мне больше нравится работать, чем драгоценными металлами. То есть сейчас вот как мелкой такой пластики к ювелирке нет желания? Нет, абсолютно нет. Да? И уже давно этим перестал заниматься. А в общей сложности сколько лет вот вы этим занимаетесь? Ведь как-то я посмотрела информацию в интернете. По специальности вы все-таки не художник, нет, да, изначально? Нет. Вы учились в технологическом институте, да? Вот. А как? Вот как, в какой момент вдруг вот такой произошел? Ну, это постепенно произошло, совершенно неожиданно для меня даже, как-то можно сказать. Вот началось все с ювелирки, а потом, ну, постепенно. Ювелирки, простите, как хобби, да? Да. И в какой-то момент вы стали заниматься только искусством? Ну, вступил в союз и стал заниматься только искусством. Потому что в те времена иначе нельзя было, потому что если бы я просто ушел с той работы и стал бы там заниматься, скажем, чем-то, ну, это 101 километр, 100 не отстал. А по специальности вы основной... Ну, я в проектном институте работал уже в строении там. А, то есть это такая инженерная, проектная такая работа? Да. Вот. И чтобы вступить в союз, вы же с чем в союз вступали? Какие работы? С ювелирными. С ювелирными работами, да? И постепенно... А постепенно размеры росли. Ну, это началось с того, что у нас была такая в те времена... Вот одновременно с одной композицией в керамике, знаменитая выставка, а мы тогда сделали ювелирную пластику. Тоже каждый участник мог выставить только одну работу, выполненную в ювелирной технике, но не функциональную. То есть смысл был в этом. Вот уйти от того, что сковывало, там форма, это браслет, кольца, там серьги. К ужасу моему, жутко не любил серьги делать. Вот. И вот тогда-то как раз и вот почувствовал свободу, и вот размеры стали увеличиваться. То есть появилась вот свободные формы какие-то появились.
А работая с металлом, вы полностью сами делаете, ну, как говорится, весь от и до, да? Или да. все-таки какие-то сварщики, какие-то помощники? Нет, все сам делаю, конечно. Ну, что-то я просто там, где присутствует, скажем, поскольку сейчас техника вперед шагнула, значит, надо использовать эти возможности. Угу. Где нужна там лазерная резка, я отдаю, то есть я делаю файл на компьютере. Угу. Отдаю в резку, а потом уже свариваю из отдельных деталей уже то, что не надо. Угу. Вот, а это работа полностью угу. просто сваренная в мастерской. А немножко, немножко чуть-чуть посмотрим. Это такая слегка с юмором, да? Вот да, еще... это 21 век, вот угу. райский сад 21 век. Она еще угу. такая интерактивная, можно сказать, она такая шевелится. Это можно вот так. Да, я хотел это сделать, но не успел, просто хотел сделать этот механизм. Вот Ева, Адам, змей-искуситель, только вместо яблок у него айфоны висят. Угу. Вот с яблоками. Вот барышня разговаривает по телефону и селфи делает одновременно. А он вот эта реплика на Мунка. Ой! Ничего. Крик угу. его. Угу. То есть наша новая реальность, да. в которую мы все, можно сказать, уже потонули части ну, да. реальности. Да? Кто наслаждается, кто в ужасе. То есть вот угу. реалии сегодняшнего дня, можно сказать. Угу. И вот такой змей, который уже в дракона превращается вот с крыльями. Тут. Угу. А, я сначала змей-то не увидала, нет, а он на самом да, деле он тут вот, есть. Вот с айфончиком. Да, с айфоном, он соблазняет их, ребята. Так что вот такие вот ребята. Да, интересно. Ну, это белая ворона. Ну, тут все, по-моему, понятно и так. И каждый там свою историю здесь. А вот придумывает. Ваш замысел, как-то вы чаще из материала выходите, или вот эскиз, или вот... Нет, ну эскиз есть какой-то, конечно, но потом mm-hmm. в процессе все равно материал подсказывает, и многое там меняется, что-то в процессе, то есть такое идет mm-hmm. импровизация такая всегда. Mm-hmm. Ну изначально, конечно, какой-то есть, основа какая-то. Mm-hmm. Где? Почему и выставка так называется? Она ж, это мифы, иллюзии, арт-объекты. Это как бы, как сейчас говорят, дорожная карта. То есть это путь создания, можно сказать. То есть за основу там какой-то миф известный, исторический. Потом, поскольку уже с тех пор какие-то события произошли, время свои какие-то координаты вносит. И превращается что-то в иллюзию, и вот эта основа становится созданием какого-то арт-объекта. Угу. Угу. А вот это? Это металлопластика. То есть тут очень интересно и тени работают. Да, да. Вот тут со светом очень много работали. Вот там ребята как раз, там вот Слава, угу. который очень здорово здесь много помог со светом. Вот потом... Угу. Я то есть две покажу. Графики. Одну да. графику дает металл, а вторую уже тень. Да, но здесь-то они, может быть, немножко еще даже, нет, работают, конечно, но так они, может быть, где-то и мешают чуть-чуть. Угу. А вот есть работы, где там тень очень хорошо работает. Угу. Вот так, кстати, угу. вот работа. А это лазерная резка, да? Или... Где? Вот это лазерная резка, лазерная. Да. То есть это вот сделанные в компьютере файлы, угу. потом. А это вот Мика. Угу. Посвящение моей Плесецкой. У меня было несколько работ таких сделано. Угу. Это бронзовая отливка? Да, это литье и стекло выдувное, угу. тиходутое, так называемое. Вот. Угу. Это еще в те времена в Мухе угу. отливалось на тех на печке. Да, вот, 1988 да, 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 да. Угу. Таня Радыгина тогда еще вот этими печками угу. там. Это к какому-то конкурсу или... Вот это? Да, или это просто... Вот, ну, это смотрите. Такая история большая тут, да. Это мне тогда предложили делать гран-при конкурса мая 93. Угу. Тогда был международный конкурс в Мариинском театре. Ну и это вот наработки остались от этого конкурса. Не буду угу. сейчас долго рассказывать, но угу. история такая длинная. Ну, но это как бы вот
с одной стороны, это ее лебедь, крыло, вот эта поза, это кармен свита. Вот это оттуда ее поза. Ну и характер, естественно, у нее, с одной стороны, вот хрупкая такая, женственная. И с другой стороны, характер у нее такой был волевой, мужской, в общем-то, твердый совершенно характер. Но это не сам приз, собственно, а уже... Нет. Это просто были, да, наработки какие-то остались. И поскольку они будоражили, так вот несколько работ было сделано. А вообще вы вот выставки... дают большой стимул, вот вы часто какую-то новую работу к выставке, вот здесь же проходящее стекло и керамика. Нет, дают, это, конечно, да, но это так стимулирует, в общем-то, как-то, ну, что делаешь не просто в никуда, а тебе надо вот сделать к этой выставке уже, значит, и время какое-то ограниченное уже становится, так что это дисциплинирует. Возможность в экстерьере показать, да? Вот, ну да, да, я в том-то и дело, я люблю, когда работа живая, она шевелится, и когда это на природе, там и ветер работает, это все живое, поэтому я, конечно, практически почти на все. Это одна из последних работ, да? Ну это да, это... 2000 год. Да. Но это тоже предполагалось как модель. Это должна была быть большая фигура, трехметровая стекла, стоящая в воде, бегущая по волнам. Это как символ, вот эти на досках сейчас плавают девушки. Вот она это в воде. Фонтан или просто? Нет, она в воде экстерьер. Просто должна была стоять, и такая вот экстерьерная работа, которая. Это тоже, наверное, лазерная резка, да? Это да. Это тоже лазерная резка. Ну, это еще, может быть, осуществится работа? Так? Ну, это если желающие будут. То есть я сам-то, понятно, не буду это делать, во-первых, некуда поставить. Потом это не так дешево все это сделать, такую трехметровую штуку. То же самое, что вот те бегущие, то, что я вначале показывал, тоже предполагалось как модель, это тоже трехметровые должны были быть фигуры. Это на конкурс было сделано, на малые формы. А это вот известный такой рельеф в мраморе в храме Афины. Ника, развязывающая сандалию. Вот. Сначала я хотел такую реплику на эту тему сделать. Ну, она очень красивая, там по пластике, драпировки такие. Вот. А потом ушел уже совершенно в другое, потому что там добавил лицо, там лица практически нет. Вот эта прическа появилась, она как и волосы, и как шлем такой. То есть это Ника, которая, она же богиня победы, вот она приходит с последней победы. А в принципе сейчас каждый нормальный человек понимает, что в современной войне победы уже быть не может. Ну и она как-то, в общем-то, становится лишней. Ну вот она развязывает сандалию и уходит в отставку. А это ее вот следы бурной деятельности, последние ее победы. То есть идея в том, что за любой победой стоят всегда чьи-то жизни. Да, конечно. Трагедии. Так что эта победа такая. Ну, это вот целая серия блокаде посвященная. А ваша семья или вы как-то были связаны? Это, можно сказать, мой автопортрет, вот на руках это я. То есть вы были в блокадном городе, да? Да. То есть вы 41-го года рождения? Через две недели после войны. И как ваша мама вообще, как ей дался вы, вот, младенец? Да, так что я-то это просто тут так. Вы не были эвакуированы полностью? Ну потом, нет, потом уже через полтора года. Когда уже там, ну, стало получше, там здоровая жизнь появилась, там все это. Ну, я только по рассказам, естественно, ничего не помню. Ну, а ваша семья, всем удалось пережить блокаду? Ну, да, да. Ну, в общем, эта тема, она, можно сказать, у вас
Ну, с рождения, поскольку вы родились. Ну, да, да, этом, да, да. Поэтому, в общем-то, такая тема, которая, конечно... Да. Это реквием тоже посвященный этой же теме. Ну, вы, конечно, в таком возрасте вряд ли могли помнить, да? Да нет, конечно, ничего не помню. Вы еще были мальчиком, да, да, совсем. И даже к концу войны вы, в общем-то, были еще маленькими. Конечно, да, да. То есть конечно. Это все-таки, наверное, уже по рассказам. Нет, это семьи, только по рассказам, а тоже нам мало рассказывали. Видно, да? Это все-таки так было довольно тяжело, что очень мало рассказывали. И от меня, во всяком случае, так это все. Да. Может, мою психику так берегли, не знаю, так что как-то так не было такого. Ну вот, это богиня утренней зари, это восход солнца из мрака вылетающий. А вот давайте, может быть, немножко, если вдруг нас будут смотреть специалисты, вот техника, да, необычная, вот там сетка была, да, там где-то клеенное, да, стекло, да, да, вот, да. А вот здесь? Здесь малированное стекло, это на форму, причем здесь форма сохранена, она с задней стороны, она служит каркасом, на котором держится стекло. Вот каркас вот здесь просматривается, да? Да, 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 да. Вот это все металл, это то, что просматривается, это металл. И на него вырезанное стекло, на него кладется, и потом в печку, и вот там получается такая вот такой рельеф получается. Структура. Да. Нет, такая вот собранная композиция. Это моя любимая тема — звонари. Вот этот первый звонарь, который появился вот на ювелирной пластике. Это 83-й год. Вот это первый и появился. Да, он такой тоже шевелящийся. Вот такой. Последний стоит там на улице перед входом как раз. Да, 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 обратил внимание. Но, то есть он изначально не был в этой композиции, да? Вот нет, вообще-то это все разные звонари, они все не в композиции. Здесь поставили композицию. Вот это был, это выиграл это до конкурса 300-летия Петербурга. Вот этот звонарь был тоже. Но это по этому принципу, просто такой более современная пластика. А где-то вот эта скульптура? Нет, она... так и нет. Это должна была стоять около Биржевого моста. Там потом нашли какой-то этот якорь в Неве. И положили вот его на там. Месте, на, да? Вот там у растральных колонн положили якорь, там и все на этом закончилось. Вот у меня только осталось это. Диплом этот остался, и все. Да, вот ну, это такая история. Да, да. Да. Да, это вот какая-то такая кубистическая. Ну да, да, кубалонна такая. Ну, мне нравится этот вообще вот такой авангардный этот стиль. Но это вот тоже, это вот, это, кстати, все вот конкурсные работы, те вот эти. Это как раз там была номинация «Ленинградский авангард». Вот это и было. Причем там было, это место было задано Новосмоленская набережная. Ну вот вдоль нее должны были бежать вот те фигуры большие такие. То есть идея была вот искусство, как говорится, в среду, да, современное? Да, да, да. И вот тема, поскольку ленинградский авангард, вот те, те люди, бегущие из прошлого, вот из этого, из той выставки 0-10 в будущее, вот где-то. Проносясь сквозь нас. Вот. Ну так конкурс-то это замечательно, что это был, но он как-то реализовался все-таки в итоге? Вот то, что они дали Новосмоленскую набережную, там ни одна работа не получила никакой премии, потому что сказали, что это, значит, будет еще проект развития этой территории, и поэтому еще неизвестно, что там будет, но непонятно только, зачем тогда это место дали на конкурс. Ну, у нас бывает, что так это делается. Вот. Ну, может быть, еще все впереди. Ну, да, да. Так, а вот сейчас... Ну, здесь, по идее, это надо включать. Давайте тогда посмотрим. Давайте пока другое посмотрим, да, потом, может быть... Вот это Святой Себастьян, это в Русском музее сейчас эта работа находится.
попросили оттуда забрать на выставку. Не так просто это оказалось сделать. Да? Это большая история, не буду рассказывать. Ну, раз уже на хранении в Русском музее, то это уже да. Да. Это уже... Ну, тут тоже формованное, так назовем, стекло. Это тоже малированное стекло, да, пескоструйное потом, да, с пескоструйным. А это вы подарили Русскому музею или... Ну, там была, да, такая история, то есть они мне предлагали ее на закупку взять, но я... Случайно мне там дали не те бланки заполнять, я заполнил дарственно. А поскольку торопился, то переписывать не стал, и, значит, в результате я подарил. Понятно. И несмотря на это, значит, получил благодарственное письмо от Гусева, значит, там все это. А чтобы мне забрать на эту выставку, вот мне это стоило 20 тысяч просто. Да вы что? Да. Это вот как бы за... За свою работу. Это за страховку, за транспортировку. Транспортировка, значит, там специальная спецназ. Значит, туда я ее привез на своей машине. Uh-huh. Просто разобранном виде, естественно, на своей машине. Оттуда, значит, надо было ее забирать на спецтранспорте. С климат-контролем, с двумя охранниками. Да, как будто Мона Лиза вообще. Ну, соответственно, это все история. Ну, вот так вот. Ну, тут сейчас свет мы выставлен, поэтому она не очень хорошо видна. Ну, она сама по себе графичная. Ну, она графичная, и потом она вот такая немножко игривая, с ней можно играться, она такая... В поиске баланса. Да, он может вниз смотреть такой строгий, а может туда вверх облака куда-то. Вот. Может сюда вот на своего соседа смотреть. Интересно. Такой смайлик. Одна из моих любимых работ. Разговор по Матиссу. А, по Матиссу? Ну, конечно. А мне вот почему-то как-то сразу, вот вы сказали, конечно, всплывает аналогия, да? Но сначала я ее как-то нет, совершенно... Нет, это уж точно вот эта ситуация, это оттуда. Угу. Более, там у меня в Манеже, как на юбилейной выставке Союзовской, там она была, и там... Она стояла внизу, а там идут же эти боковые эти зоны, где там пересекало просто так, ну, нехорошо получалось в экспозиции. Я сюда просто повесил вместо окна, которое там у Матисса, я повесил, ну, такой вот прямоугольник, на котором там были, ну, на, короче, была реплика на ту картину просто, на стекле. Вот. Ну и чтобы было понятнее, потому ну, что, да, опять же, не все вспоминают да, сразу, что это все. Вы просто когда другой материал, да. Не всегда. Ну, в принципе, аналогия. Композиция-то один да, в один да, оттуда, да. Когда скажешь, то человек, а, да, действительно. Вот. И поэтому она такая многоплановая, поскольку это и разговор мой с Матиссом, это и разговор мужчины, женщины, художник-модель, металл-стекло, то есть вот тут вариантов масса. А вот к разговору о любимых художниках какие-то есть такие художники, любовь к которым удалось пронести через длительный, не как какие-то моментальные, ну так скажем, увлечения периодически, а вот в длинные. Ну, есть такие, конечно. Да? Ну, из скульпторов это Мур, конечно, прежде всего. Вот. А... Малевич. «Черный квадрат» меня все время цепляет. Вот я к нему возвращаюсь. У меня очень много работ как бы с ним. Где-то диалог и спор с ним идет какой-то такой. Ну, это вот там потом будет видно. Там. Ну, это вот такой автопортрет был. Делал буквально незадолго, за несколько дней вот, до выставки. Уже понятно было, что ничего такого большого не сделать.
взял такого, слепил автопортрет такой. Причем тут это тоже как автопортрет тут. Да, такой. Ну, это такой вот. Опять же, стекло малированное. Двое. Ну, это такая двухсторонняя работа, она, с одной стороны, человек подходит, в зеркале отражается, тут надпись даже есть, он становится ангелом, как бы, но потом переходит на другую сторону, а тут уже все потресканные крылья простреленные, тут, и, в общем, трудно, оказывается, быть ангелом. Ну вот здесь целая серия работ, они где-то похожи друг на друга, можно сказать, даже непонятно, чем отличаются на первый взгляд, но они все по-разному называются. Но это не просто, это не случайно так, а они даже смысл меняют от названия, несмотря на то, что они вот практически вот эти две работы, они очень похожи. Ну, вот это смотрящий в себя. Да, но начинается все-таки с этой работы, вероятно. Это одна из первых была вот из этой серии. Это, ну, даже вначале у нее другое название было, «Экклезиаст». Так как? «Экклезиаст». Ну, это проповедник, у которого была такая проповедь. Над верхним находится высшее, над ними еще высшее. Ну и так этот ряд продолжается. Человек, который все это смотрит, зритель, он попадает в этот же ряд. И там это как бы часть этого куба, еще большого, в который уже зритель попадает. Ну и то есть это вот... Потом я сменил название, все-таки назвал ее «Пространство воображаемого». Думал, что все-таки «Экклезиаст», там не все знают, и чего он проповедовал. Но, по-моему, это название еще менее понятно стало. Но смысл, конечно, здесь все-таки идет в сторону увеличения пространства. И человек вот пытается вырваться из него там. Вырваться или самоуглубиться? Нет, ну, вот нет, тут-то именно вырваться, да? Потому что вот тут разбитый вот этот куб, он пытается оттуда вырваться. И это все идет, увеличивается это пространство. Вот. А вот здесь как раз наоборот. Вот здесь уже смотрящий в себя, действительно, это самопознание. Вот. И этот, опять же, значит... сужается вот этот пространство, сужается, в которое человек себя познает все там глубже и глубже, и кончается вот этим черным квадратом, который символизирует вот эту зону уже невозможности познания полностью, да, непознаваемого какого-то. Вот. А, ну, это, ну, сейчас начало то, потом уже маленькое это. А вот здесь, казалось бы, все похоже, да, но здесь самоизоляция интроверта, уже на актуальную тему такую на сегодняшнюю. То есть это постковидная эпоха. Да, это не постковидная, это ковидная как раз, да. Это самый разгар этого было, вот самоизоляция, когда была, все по домам вообще сидели. И тут, в общем-то, уже такая трагедия даже, потому что, ну, во-первых, это интроверт, я еще сюда это углубил, эту такую трагедийность, потому что интроверт вообще, он, в принципе, находится в каком-то замкнутом пространстве обычно. А тут еще он самоизолируется, значит, это все. Ну, вроде бы интроверт, это не должно быть страшно, если а это внутреннее. Это и не страшно, может быть, ему, но в принципе это происходит. Все равно это пространство постепенно сужается, значит, общение уменьшается, это все. И, к сожалению, это все часто заканчивается уже черным квадратом, который уже символизирует совсем другое. Не поздно, да? Это уже потусторонний мир.
Угу. Вот. Ну, а это вот опять же, значит, на эту же тему Малевича тоже. Угу. Вот рождение черного квадрата, это вот Малевич в раздумьях, значит, вот он, дайте мне точку опоры, я переверну мир, вот у него мир кубический. Вот эта точка опоры, он пытается его перевернуть, и этот мир становится, уменьшается, постепенно он его съедает, и, а мир съедает ему. И, ну, в общем, он превращается в плоскость. Вот этот куб становится плоскостью. Ну вот, то, что здесь. Да, там еще одна работа есть, в общем-то. Можно еще с нее тоже. Этот память тела, она называется, но на самом деле тут, опять же, разные смыслы могут быть. Вначале это была у меня вот такая просто металлическая форма стояла. Угу. Когда-то за ней была такая тоже, было стекло, и оно было разбито давно очень. И оно просто стояло металл. И куратор выставки, вот это Юлия Шаркина, она увидела в мастерской вот эту штуку. А у меня на ней была какая-то стекляшка сверху, там на башку просто прицеплена. Ну так, от нечего делать, то, что было там под рукой, там стоял и стоял там где-то. Она говорит, красивый такой силуэт, что ты тут вот это убери, вот это лишнее, зачем вот это у тебя здесь все? Ну я говорю, если ты хочешь, уберу, значит, убрал все. А потом она ушла, значит, и когда эта форма опять стала такой чистой, я думаю, что это надо вот на задник туда. А это у меня работа тоже была, совсем другая была сделана там. Я ее приспособил сюда, как вот задний фон, и получилась такая вот, и получилось, как я тогда сказал, Юля, я сделал твой портрет. Ну, такой не телесный, а духовный, можно сказать. Она, с одной стороны, это такая женственная, нежная такая натура, а с другой стороны, характер совершенно там железный такой. Вот. Но она решила это все-таки назвать «Таня тела». «Таня тела» – это, конечно, можно уже даже иначе уже. Тут уже другой смысл немножко, может быть, появляется даже. Но все равно. Судя по этикетке, это теперь Юлина работа, да? Да, 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 это теперь ее работа. Ну, это вот, опять же, игры буквально перед самым открытием выставки. Вот то, что вот эти вот работы маленькие, это вот все там за несколько дней было сделано до начала. А это тоже мобайл, нет? Да, они такие тоже шевелятся такие. Это как ту, по-моему, сабля или что-то есть похожее, или шпага, по-моему. Как ту где-то вот похожее. Ну, еще-то, да. Моменты, может быть. Ну, тут тени работают. Угу. Вот как раз слово, которое мне со светом очень здорово, по-моему, просто. Спасибо, Славе. Да. А вот Венеция, это что это? Это печатное стекле. Ага, просто декоративная работа. Да, но это вот на компьютере, опять же, компьютерная графика, компиляция такая. Ну, то есть здесь какие-то персонажи вы... Да, это был такой период после того, как я сделал метро, это обводный канал. И там вот в этой технике, там где-то около 400 квадратных метров всего, там где поезда идут там. Вот, и... А это надо было для ресторана тогда, ну, там для ресторана были сделаны, там другие, это осталось у меня. Декоративная работа. Да. И интерьерный тоже камин, да? Ну, да. Светящийся. Да. Ну, это тоже было там, на одну выставку там, такую интерьерную выставку.
делаю. Ну вот я решил туда там это сделать просто. Угу, интересное стекло. Да. Такое. Там ну, даже там несколько слоев. Да, стекла, да, там да? В том-то и дело, там принцип угу. такой, что там несколько слоев, лампы специальные такие, светодиодные угу. стоят, и ощущение такое живого огня. А живопись занимает? Вот как раз хотел спросить, есть ли живопись и графика? Вот. Ну вот я не хотел ее вообще, я считаю, что это ага, такая вообще, графика, это, графика, да. Это вот мне куратор говорил, или как раз. Показать, да? Это вообще первая моя живопись вообще. Угу. Это какой же это год? 78-й. 78-й, да. Это вообще до этого я в руки не брал ни кисти, ничего. Угу. Естественно, первый еще был, мне не надо было никого просить там позировать. Угу. А вообще вот рисовать, вы, когда произошел этот момент? Вы в детстве рисовали? Нет. Нет, да? Нет. То есть вот сколько вам было уже лет? Да, уже хорошо было. Да, вот и вдруг вот, а помните этот момент, что произошло вдруг? Ну вот я начал тогда вот фигнишкой заниматься, а-а-а. Просто уже где-то почувствовал. Мне уже тогда дали в Союзе, значит, справку, что я художник, художник города, рекомендуется для сдачи работ в лавку художника. Тогда же это все. Вот этот да, момент, да, да. И этот момент, он был, что меня обозвали художником. Как так, говорится, справка имелась, да, членский справка билет имелась, тоже. Да. Нет, членского билета еще не было. Еще не было, да? Это 81-й год, это еще угу. надо было. А это автопортрет? Да, конечно. Угу. Это угу. тогда. Мне казалось, что я такой. Угу. Да, это... Ну, на самом деле, смелый такой. По экспрессии, ну, так скажем, да? Угу. Да. А сейчас вот иногда берете кисть в руки, вот иногда масло или акварель, бывает? Нет, был такой период просто, вот как раз тогда, после вступления в Союз, и там потом мастерскую еще получил новую, угу. надо было, значит, чем-то стены там завесить. Угу. Вот был такой активный живописи период тогда, тогда много было. Вот все эти работы, там, наверное, приблизительно одного года где-то, ну, не одного, но угу. такого небольшого периода. И потом я понял, что надо все-таки этим либо серьезно заниматься, либо не заниматься, потому что это действительно очень затягивает. Угу. Вот, а время, естественно, надо было что-то работать, угу. железом заниматься. Ну, то есть вы выбрали другое, да, скажем. Поэтому да? сейчас угу. редко очень. Ну, когда вот делал ресторан один, там надо было просто так получилось, что там... Деньги были все потрачены, а по проекту предполагалось, что там должно быть много живописи. Угу. Ну и я, значит, просто рисовал какие-то там на четвертом формате там акварельки, потом их в компьютере растягивал там до формата, там у меня были картины эти 2,5 на метр с чем-то там, угу. до 4 метров там такая. В холле у меня было вообще 7 картин сделаны вот из одной вот этой штуки. То есть одна была целиком, остальные там фрагменты, они как бы разлетелись по этому вестибюлю. Угу. Вот, то есть такая мозаика как бы получалась. Угу. Ну вот, и вот тогда это было, ну там что-то дорисовывал, потом после печати на холсте, потом все это печаталось. Угу. А так, в общем-то, редко. А это вот тоже интерьерная какая-то вещь, да? Или... Нет, ну? Это тоже было так, фантазия такая на тему Шагала. А вот это часы, а нет, это не часы, это просто. Ну, это на тему часов, да? Такая композиция на тему часов, она называется «Время», такое изъеденное угу. временем. Вот это циферблат изъеденное, это птица Феникс, который возрождается. Тут угу. вот такой тут маятник расколотый тоже, с трещиной. Угу. А это вот по тем временам, когда я еще ювелиркой занимался. Угу. С тех пор оставшиеся. Ну, серьезно, такие вещи. Да. Ну, это тогда, да. Это вот с Росросдизайном, да, вот эти вот? Да, 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 угу. вот это в Росросдизайне угу. делалось. Посмотрим. Да, такие интересные подсвечники. Угу.
Это вот тоже с тех пор, вот, это 91-й год вот еще. Это мне, опять же, я не собирался сюда тащить, это мне куратор Юля позвонил и говорит: слушай, у тебя там вот синяя такая картина в мастерской висит, вот она сюда с этим хорошо будет. Как она ее вспомнила, не знаю, я ее притащил, но действительно, как будто здесь просто. Они у меня сирены называются. Это Юлин был такой порыв организовать? Я думала, ну как бы мы готовили. Ну, порыв-то мой был вначале, естественно, а потом я просто случайно познакомился с Юлей в ДК Громова, там, на вернисаже каком-то. А перед этим я увидел, как она сделала совершенно блестящую выставку Тони Фатхулиной в Степане Разина. Нет, Степана Разина. Вот. Ну, я увидел, что, в принципе, это вот тот куратор, с которым мне хотелось бы А зачем, работать. Может быть, я нелепость спрошу, а вот зачем художнику-куратор? А, вот я тоже первый раз работал с куратором и думал вообще, вот зачем художнику-куратор. Ну, понял, что нужен. Ну, а вот что... вы с вашим опытом уже... А все равно это очень организовывает. Во-первых, если этот куратор тебе близок по духу, и очень много в процессе рождается каких-то вот мыслей и по поводу... А задача куратора, вот она в чем? Вот, ну, вот, в организации, да. Вот да, он берет на себя вот большую часть каких-то организационных моментов, да? Освобождая художника от лишних каких-то нервных потрясений с этим связанных, да? Ну, в принципе, да. Ну, расстановка работы, это вот... Ну, расстановку, опять же, мы вместе делали. Ну, я сначала, ну, поскольку, естественно, я свою работу лучше знаю, а тут надо было еще их приспособить к цвету помещения. Это был заданный цвет, там красный, зеленый и белый середина. То поэтому я раскидал просто в плане работы в компьютере. Вот, потом мы вместе с ней обсудили, как это все, значит... будет. Вот. А потом уже все это здесь расставляли. Вот Слава помогал со светом. Вот у меня еще Игорь там был, он мне помогал с самого начала. Да вот просто даже привезти все это огромный труд. Привезти это, да. Это два огромных грузовых фургона было. Это все ставить, это же целое дело. Притом огромное дело. Так, они-то еще у нас чуть-чуть эти... вещи. Вот такие работы интересные тоже. Это вот это сакральный квадрат, даже концептуальная вещь такая. Это из коллекции Габриэля. Вот. Она вот там светится, тут просто не видно. А, подсветка есть, да? Это вот она... свет Андрея Рублева пробивается сквозь мрак черного квадрата. То есть там внутри есть, да, подсветка? Да, вот если... Тут просто надо гасить свет, чтобы это все увидеть. Вот она. Светится. Вот, ну и вот тут еще целая серия работ. Это вот все с этого самого, на траве. Вот это тоже оттуда, это с последней вот стекло на траве, которое было. Вот это какие-то интересные работы. Да, ну это что вот ты... такие я пробники делал, просто для ресторана тоже светильники. Ну и вот экспериментировал, они многослойные тоже, там многослойное стекло такое. Очень интересно. Вот. Это тоже стекло на траве было. Когда-то такая, это изгнание из рая, а это вот ее продолжение тут, это те же вот силуэты, только двое в городе уже. Вот, ну это, опять же, известный сюжет «Леда и лебедь». Лебедь в виде Зевса к ней подкатывает вот на колеснице такой. Это, опять же, было на траве, но на траве немножко в другом виде было, а потом это я переделал, уже стало на... Слушайте, ну иначе. Вам надо уже свой музей персональный. Я не возражаю. Все это, на самом деле, достаточно. Ну и вот еще этот макет фонтана, неосуществленный тоже.
Вот я с ужасом и думаю, как мне это потом обратно вести все. Да. Ну, надо опять писать чудо-бумажку в Русский музей. Да. А мы так и не сняли. Да. Не удалось. Вот несколько слов об этой работе. Можно чуть-чуть подойти, да? Поближе видеть. Называется она Помпеи. Помпеи, да. Это тоже стекло с росписью, да? Да, да, да. Стекло эмалированное, опять же, с росписью. Угу. Металл. Вот нагромождение тут этих подиумов. Угу. Такое специально сделали. А, вот и видеоряд, который... Да, видеоряд идет там вот как и фигуры летящие такие вот разлетающиеся, а потом угу. они опять собираются. То есть это вот... как символ трагедии, символ вечной жизни, то есть вот там они рассыпаются, потом снова собираются, угу. снова там чуть-чуть летят. Может быть, просто как вот. То есть это образ, вот женский образ, да? Да. Мужской. Угу. Ну там где-то в раскопках же и нашли лежащие два останки. Мужской и женский. Угу. Вот, в общем-то, за основу, опять же, этот вот, угу. эта история здесь и взята. Угу. Это вот работа последнего времени, да? Нет, она не последняя, но она много раз переделывалась. Один раз у меня металл бомжи сперли из подвала. Где она хранилась, да? Ну да, у меня стекло в мастерской, в общем-то, а металл лежал в подвале. Угу. Ну и все, они в металловом смысле. Угу. Потом один раз переделал, мне ничего не понравилось. Ну, в общем, каждый раз, каждую выставку я ее по-разному угу. выставляю. Ну, ты работу уже где-то выставлял. Да, 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 да. Она в Союзе выставлялась. Угу. И опять же на траве она была здесь, угу. не помню в каком году, по-моему, в 17-м. Ну, выставка будет здесь еще около месяца, да? Да, она до 16-го. До 17-го? А, до 18 октября, да. Октября, да, да, можно позвать всех на Лагин остров. Да, зовите, зовите, вот. Да. Так что, ну, а вам большое спасибо за... сопровождение, за рассказ. Вам спасибо. Многое лето творческого вдохновения. Спасибо. Новых выставок. И чтобы музеи как-то начали. В конце концов, ну, невозможно же все прятать в мастерской. Я думаю, что, по крайней мере, я на это надеюсь, что не только русские, но и другие музеи я тоже. будут счастливы видеть ваши работы. Хорошо. Спасибо. Спасибо.